Ни для кого не секрет, что кремлевский дед уже давно живет в своем вымышленном мире, где Российская Федерация не только совершила революционный скачок в сфере современных технологий, но и стала богаче Германии. Сегодня Россия – крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. И пятая в мире. Путин уверяет, что он заботится о своих гражданах и успешно борется с бедностью. Неудобно себя нахваливать. Но при этом количество нищих россиян почему-то растет. Меня это тоже удивляет. Давайте откроем матрешку и разберем 5 самых лицемерных заявлений Путина за последние полгода. Несмотря на мировую изоляцию России и санкции, кремлевский карлик мнит свою страну великой и непобедимой. Причем не только в военном деле. Победить Россию на поле боя невозможно. Невозможно. Но и в сфере современных технологий. Отмечу, что Россия сейчас входит в число тех немногих, кстати говоря, стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели. Нужно укреплять это наше конкурентное преимущество, создавать на основе таких технологий новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг. Кстати, жители Санкт-Петербурга уже успели оценить все преимущества умного трамвая, который въехал в толпу пешеходов. В результате происшествия пострадали 3 человека. В полиции, со слов водителя, заявили, что у трамвая отказали тормоза. И это при том, что транспорт был оснащен комплексом активной безопасности на основе российских разработок искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Что-то получается, что-то не очень. В современном мире это сложно сделать. Но, тем не менее, старик, который даже мобильным телефоном не пользуется, утверждает, что в РФ активно и успешно развиваются технологии искусственного интеллекта. Более того, Россия даже претендует на мировое лидерство в этой сфере. Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. А значит, нужно возглавить. Во всяком случае, нужно сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Это, конечно, важнейший приоритет в государстве, где каждый пятый гражданин все еще пользуется выгребной ямой, потому как не имеет доступа к канализации. Видимо, Путин надеется, что коммуникации им проведут российские роботы, которым нет аналогов. Каждый день в нашу жизнь приходят электронные помощники. Они приветливы и функциональны. Я умею обниматься. Обнимашки. Правда? Ну, я попробую. Это не страшно? Правая рука. Нет правой руки. Я Донна, но мне больше нравится Дуняша. А как вас зовут? Виктория. Для такого интересного мужчины у меня есть отличное мороженое и ароматный кофе. И плевать, что роботы Made in Russia виснут в самый неподходящий момент. 1-0-1-1-0-1-0-1-0-0. Путин уже планирует закрывать ими кадровые дыры на рынке труда. Нужно же кем-то заменять специалистов, которые уехали на так называемую СВО и не вернулись. У нас сегодня на 10 роботов, по-моему, на 10 тысяч работающих. А нужно, чтобы было как минимум 1000 роботов на 10 тысяч работающих. Не менее смешно звучит заявление Путина о том, что граждан РФ массово расселяют с аварийного жилья. При федеральной поддержке многие регионы существенно растили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры переехал 1 730 000 человек. Вот только больше миллиона россиян почему-то до сих пор коротают век в домах, которые могут рухнуть в любой момент. Только в Якутске жильцы 160 аварийных помещений ждут расселения. Никто ничего не делает. Самое главное, вот здесь вот снимите, смотрите, вот как стена вот эта вот. Это вот было все прямо. Видите, как стена лопается?
Вот, стена вообще заваливается в сторону спальни. Живу с 95-го года. Жена моя прожила всю свою жизнь. Вот. Ну, умерла она. Нет. Не дождалась, как говорится, ни переселения, ничего. Этот дом 67-го года. Вот. По идее, если брать всякие снипы там туда-сюда, он уже давно сгнил. Ну, а то, что обещают, просто я такого глубокого мнения, что народ-то уже не верит, что переедет. Пока продажные российские СМИ пишут о том, что Россия вышла на финишную прямую в ликвидации аварийного жилья, в стране ежегодно становятся непригодными для жизни 2,5 миллиона квадратных метров. Вот теперь давайте, только не пугайтесь сильно. Головой не ударится только. Здесь надо приземляться. Наклонитесь. О! Это у нас вход центральный. Россия не на перепутье. Она на стратегическом пути своего развития. И со своего пути не свернет. Вот это все сыпется иногда даже на голову. Не успеваем подметать здесь. И весь мир завидует России. А света там нет у нас, да? Ну там... Там все очень печально, там ничего не увидеть. Там вода и много домов аварийных. И как ни странно, живут местные жители все в них. Вот теперь все воюют, и когда переселят, никто не знает, но обещают. Надули. Просто нагло обманули. Одно из самых абсурдных и лицемерных заявлений деда касается российской экономики, которая якобы обогнала экономику Германии. Что касается того, богатеем мы или не богатеем, экономика растет, это же факт. Мы действительно стали по приоритету покупательной способности, обогнали Федеративную Республику Германии, заняли ее место, 5-е место среди крупнейших экономик мира. Если все будет развиваться такими же темпами, как сегодня, то у нас есть все шансы занять место Японии и стать четвертой экономикой мира. На самом деле Путин озвучил только удобную для себя статистику, без учета количества населения. А вот если рассчитать ВВП по паритету покупательной способности страны на человека, а именно этот показатель говорит о реальном благосостоянии граждан, то Россия находится аж на 56-м месте в мире. Ну просто страна мечты. Однако стоит признать, что экономический рост в РФ все же есть. Правда, осуществляется он исключительно за счет вооружения. Да, так и происходит. Поэтому, когда война закончится, российская экономика рухнет. Так же, как в свое время потерпела крах экономика Советского Союза. Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задана конструкция автомобиля, и изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Уже сейчас в российской экономике наблюдается ряд проблем, которые ведут к ее перегреву. Главный из них – это дефицит рабочих рук и производственных ресурсов. Так что у России есть шанс стать богаче Японии, только в мире больных фантазий бункерного деда. Ну... Мы кардинально поменяем ситуацию в мире. Четвертое вымышленное достижение, за которое бункерный себя нахваливает, это якобы снижение уровня бедности в стране. А если посмотреть на 20 лет назад, у нас за чертой бедности было, по-моему, 29% населения. Это 42 миллиона человек. Сейчас 9,3, это по последним данным. Но откуда взялись эти цифры? Ведь очевидно, что инфляция заставляет россиян все туже затягивать пояса. Текущие темпы роста цен остаются высокими. И об устойчивости ценового давления свидетельствует динамика базовой инфляции. Этот показатель 4 месяца подряд растет темпами выше 10% в пересчете на год. А вместе с ценами растет и число людей, живущих за чертой бедности. Сейчас очень много людей, как говорится, на грани этой черты бедности. Выбирая или купить кусок курицы, или купить таблетки, которые жизни необходимы, вот и все. Если не платить за квартиру, то, может, как-нибудь протянем.
А так нет. Выживаем, не живем. А что, лекарства купишь и все. И половина зарплаты нет. И заплатишь, как говорится, на хлеб и на молоко. В 2021-м четверть россиян признались, что им не хватает зарплаты. А в прошлом году так ответило уже 45% опрошенных. Причем большую часть денег граждане РФ тратят вовсе не на путешествия и недвижимость, а на коммунальные услуги, аренду жилья и еду. Хлеб подорожал. Мясо, говядину я не помню, когда я вообще ел, потому что она для меня не по деньгам не подъемная. Россия занимает аж 93-ю позицию в мире по уровню минимальной оплаты труда. Но глубинному народу об этом знать не обязательно. Для них Путин подготовил красивый отчет о том, что за последние 3 года зарплаты в стране выросли. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза, с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. А количество малоимущих граждан уменьшилось, правда, только на бумаге. Во-первых, это все сверстано в результате кропотливой работы экспертного сообщества, специалистов правительства, администрации. Дело в том, что в 2021-м правительство РФ изменило методологию подсчета доходов населения, благодаря чему бедными перестали считаться 3 миллиона малоимущих россиян. Ловкость рук и никакого мошенничества. А вот если бы уровень бедности рассчитывали по-старому, в эту категорию попало бы около 17,5 миллионов граждан РФ. И показатель бедности составил бы 12%. Кроме того, в России увеличивается количество предбедных людей, которые получают не более чем 27 тысяч рублей в месяц. Сейчас в РФ 53 миллиона таких жителей. Поэтому фактически уровень бедности в стране вырос. Но так и хочется спросить, задать ваш любимый вопрос из Высоцкого. Где деньги, Зин? Россияне настолько обнищали и морально, и материально, что во время чрезвычайных происшествий спасают не человеческие жизни, а бытовую технику. Вы людей поехали вызволять? Нет. Имущество, холодильник, поднять, стиральную машину. Ага, поняла, спасибо. Они даже отказываются от эвакуации, чтобы защитить свое убогое имущество от мародеров. Мы не уедем с домов мародера. Мы будем до последнего. Вы, говорит, эвакуируйтесь, пожалуйста. Только у нас в наглую растаскивают, нас залазят. Красно-белые обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома. Конечно же, деду выгодно, чтобы в стране было как можно больше убогих граждан. Ведь это тот контингент, который готов подписать контракт с Минобороны и поехать убивать украинцев ради кровавых бумажек. Это очевидный факт. Уже сегодня это стало очевидно. Ну и напоследок разберем самое лицемерное заявление Путина за последние несколько месяцев. Каждая человеческая жизнь бесценна. Каждая. Чтобы убедиться в лживости этих слов, достаточно просто пройтись по российским кладбищам и посчитать могилы ликвидированных оккупантов. Ну что ж, мы живем в таком мире, который есть, и мы к нему приспособились. Путин публично героизирует российских солдат, которые на самом деле являются военными преступниками. Именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Но на самом деле его не волнует судьба ни тех, кто сейчас находится в окопах. Просто как в мясорубку людей своих бросали туда. Они там бегали уже босиком в последнее время. В прямом смысле этого слова. В прямом смысле этого слова. Ни тех, кто после мясных штурмов приехал домой с ранениями. И мне сегодня отказали в лечении. В очередной раз нам дают понять, что мы в своей стране ничего не знаем. И уж тем более плевать дед хотел на тех, кто вернулся с так называемой СВО в цинковых гробах. Он стоит. Вот стоят. Это все пацаны. Вот полная машина. Там дальше машины стоят. И пока россияне позволяют кремлевскому карлику себя оболванивать, такие машины будут регулярно привозить в Россию груз 200. Вот над этим мы и будем работать. Потому что именно война является единственным шансом Путина остаться у власти.